Сергей Беликов, Петрович, с утра болят суставы ног, что делать? Потом расхаживайтесь, все нормально. 42 года. Значит, это как раз предвестник того, что жидкостные среды организма, которые имеют структуру холоцеподобные, они стали более сгущенными. То есть холодец может быть жидким, он у нас есть, да, все у нас в холодце, и мы движемся, все нормально. Ночью температура тела понижается, и все это застывает, подзастывает. Вот, мы встаем, а холодец уже застыл. И начинаются вот эти различные боли, различная тугоподвижность. Потом расходились, о, нормально. То есть это предвестник того, что у нас начинается, как бы сказать, созревание вот этих всех наших внутренних сред, уплотнение их. Чтобы этого не было уплотнения, значит, постараться больше есть, с одной стороны, живой пищи, в которой есть электромагнитная энергия. Это, как правило, свежерастительная пища, соки и так далее. То есть пейте больше свежевыжатых соков, раз. Допустим, салатики летом, салатики свеженькие, так употребляйте, два. Да? Потом, значит, кашки, цельные кашки. Ну и движение. Пейте больше талой воды, она так хорошо промывает. То есть вот примерно вот это будет способствовать тому, что эти процессы начнут у вас, как бы сказать, стопориться. То есть это типичные процессы тугоподвижности, возникающие у стареющего организма. Значит, можно стареть, грубо говоря, в 40 лет, если там есть все это такое. Сахара, крахмалы, особенно там печенье, там какие-то там крупы. Вот. А можно все это дело существенно замедлить. И уже, грубо говоря, это получить там в 70 лет, примерно так вот. В 60-70 лет. Ну вот, пожалуй, все. Я ответил на ваши вопросы. Теперь разобью их на ответы и выложу в виде видео.